a sign. So happy just to crawl across the land. Soon I'll be the best around. I'm gonna keep my plunder underground. Hard flesh, cold against the rain, just billowing around my brazen brain. Saw off all my stinking limbs, blood dripping down my sunken monkey chin. Baby, can you leave me in the distant past? Baby, can you leave me in the distant past? Girl, I wanna take you to the distant past. Girl, I wanna take you to the distant past. Здравствуйте, вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. Совсем недавно в Одинцово открылась школа правильного бега. И сегодня мы встретились с руководителем школы Вадимом Литвиным. Здравствуйте, Вадим. Да, расскажите о вашей школе. Почему вы решили и выбрали для открытия именно осень, конец этого сезона? Как так сложилось? Ну, конечно же, основные направления и то, чему вы будете обучать ваших воспитанников. Пришла такая идея. Я сам давно увлекаюсь бегом, бегаю марафоны. В этом году пробежал ультрамарафон 110 километров. И решил научить любителей бегать правильно. Выбрал для этого самую лучшую школу, которая у нас есть в России. Это школа I Love Running. И открыл филиал в Одинцово. Решили не ждать зимы, потому что сам я бегаю круглый год и считаю, что это можно делать всем, и это не только... Все-таки погода не мешает. Не мешает, наоборот, закаляет. Закаляет как физически, так и духовно. Когда ты выходишь на улицу, когда идет снег, но ты вышел на свою пробежку, пробежал ее, и это хорошо повышает самооценку. Я так понимаю, что задача ваша не только научить людей правильно бегать, но это основная, наверное, да, то, на чем строится вся школьная программа, а все-таки еще и стать участниками марафонов. Это как цель. Какие марафоны вот удастся в ближайшее время, там, может быть, в ближайший год, да, вы ставите цель уже перед своими учениками пробежать одинцовцам? Какие перспективы есть? Перспективы совершенно разные. Все зависит от уровня подготовки начинающих. То есть, если человек совершенно никогда не бегал, ему лучше начать с дистанции в 10 километров. Следующий это может быть и должен там 21 полумарафон. И когда уже человек пробежит несколько полумарафонов, он может уже задуматься о настоящем марафоне о дистанции 42 километра. Что касается по локальным стартам, либо по каким-то другим, все наши ученики по окончанию своей программы преодолевают ту дистанцию, к которой они готовятся. И это может быть совершенно разное. Это может быть какой-то европейский старт. На прошедшие выходных у нас прошел старт в Гарде, где у нас финишировало порядка 500 учеников I Love Running, то есть с одной школы, и этот старт считается у нас самым массовым. Но независимо от этого, мы всегда считаем, что наши ученики должны преодолеть ту дистанцию, к которой они готовятся, и если у них по каким-либо причинам нет возможности сделать этот старт в Европе, этот старт можно пробежать где-то у нас в России, либо мы даже с вами организовываем забеги для наших учеников, мы им вручаем медали, которые, кстати, делаются на том же заводе, что и медали к берлинскому марафону. У всех наших... Планируете ли проведение марафона в Одинцово? Ну, прекрасная трасса. Ну, конечно, не такая длинная протяженность. Понятие марафона – это 42 километра. Это короткие дистанции. Да, короткие дистанции забеги на 10, полумарафон, да. Мы такие, для своих учеников мы планируем, да. Те, кто готовится и не могут участвовать в каких-то официальных стартах, мы специально для них проводим вот такие забеги, чтобы они достигли той цели, к которой они планомерно готовились в течение 7 недель. Вадим, а вот зачем вообще людям правильно бегать? Или вообще бегать? Или вообще бегать, да. Ну ведь можно, мне кажется, особенно мы живем в таком регионе, когда погода не всегда бывает благосклонная, и может идти и дождь, и снег, и быть просто пасмурно, ветрено. И лучше, наверное, остаться на диване за чашкой горячего чая или кофе, и, в общем-то, так вот лениво пробуждаться и дальше собираться на работу. Вот все-таки зачем бегать? Я расскажу о своем опыте, что дает бег лично мне. Бег меня заряжает энергией.
это как бы не звучало парадоксально, но когда ты утром пробежишь свою десятку, твой день происходит довольно легко, насыщенно, у тебя появляется тот заряд энергии, который помогает быть энергичным весь день и не уставать. Это либо наоборот, после рабочего дня та же самая десятка помогает легко разгрузиться, снять эмоциональную составляющую, да, эмоциональную нагрузку. И это то время, когда я могу побыть наедине с самим собой. Потому что мы все время в течение дня постоянно с кем-то общаемся, созваниваемся по телефону. Но пробежка – это мое время, когда я нахожусь наедине с собой, ищу ответы на вопросы, и я их нахожу, потому что во время пробежки очень хорошо начинает работать мозговая деятельность, и это всегда очень здорово. Я знаю, что у вас в школе проходят открытые уроки и занятия, будут даже семинары, лекции. То скажите об этом обучающем моменте для всех. Вот что будет, какая информация озвучена именно на них? Мы себя позиционируем как школа. Мы не только проводим платные группы, но и обучающие составляющие у нас также присутствуют. Это открытые тренировки, на которых любой желающий может понять, что такое техника правильного бега, познакомиться с нами, с нашим тренером. Также мы проводим ряд лекций, больше это встречи с уникальными людьми, которые живут рядом с нами, но при этом являются триатлетами, ультрамарафонцами. И они рассказывают о своем опыте, о том, что им дает бег. И как это прекрасно, как это здорово. Вот со всеми этими моментами они делятся с новичками, с любителями. Потому что вот людей, которые приходят в бег, у них очень много вопросов. Но мало где они могут найти ответ. Вот наша школа помогает найти эти ответы и направить в правильное русло. Вы базируетесь на территории парка имени Ларисы Лазутиной, и по каким дням проходят ваши тренировки? Кого вы ждете в свои ученики? Какой возраст людей могут к вам прийти и начать обучаться правильному бегу? Да, на данный момент все наши тренировки проходят в этом парке. Это отличное место для занятия спортом. Что касается наших учеников, то у нас практически нет возрастных ограничений. В этом году самому старшему нашему выпускнику в Москве 60 лет. И он в этом году пробежал свой, эта женщина, пробежала свой первый марафон. Она к нему готовилась достаточно долгое время, пробежала порядка 14 полумарафонов. И в этом году она осуществила свою мечту и пробежала полумарафон. Поэтому ограничений по возрасту у нас нет. С нами даже с нашими учениками занимаются их дети. Я бегаю с 2011 года, и вот только сейчас пробежал ультрамарафон, а свой первый... В принципе, получается, вы бегаете правильно, бегаете 6 лет. Да, но я начинал бегать, когда еще не было школы I Love Running, и все, что сейчас наши ученики проходят за 7 недель, я изучал самостоятельно в течение 2 лет. То есть мой первый полумарафон был только в 2013 году. Чтобы его пробежать, я готовился самостоятельно, очень много изучал материалов и только спустя 2 года смог пробежать свой первый полумарафон. Ну, то есть у ваших учеников просто прекрасная возможность за достаточно короткий срок не только научиться правильно бегать, но и подготовиться к полумарафону, а может быть даже и к полноценному марафону. Совершенно верно. И покорить дистанцию руководителя. Ну, попытаться хотя бы, да, сделать это и повторить такой же пробег, тем более в вашей школе работают опытные тренеры. Кстати, кто занимается подготовкой учеников? В нашей школе правильного бега I Love Running Одинцова главным тренером является Елена Бурыкина. Елена у нас мастер спорта международного класса, призер многих международных соревнований, при этом тренер с огромным опытом. И вот эта вот коллаборация профессионального спортивного опыта, тренерского опыта помогает Елене подвести любителей к комфортному преодолению той дистанции, к которой они готовятся.
Спасибо вам огромное. Но я думаю, что мы сейчас встретимся с Еленой, и она уже покажет нам, как проходят тренировки в школе правильного бега. Договорились. Спасибо, Вадим. Не переключайтесь, оставайтесь на телеканале ОТВ. Итак, вы смотрите программу «Реальные кадры». Мы продолжаем сегодня говорить о правильном беге. Елена, вы мастер спорта международного класса по легкой атлетике, участница Дублинского марафона. Вот вообще очень много лет посвятили бегу, именно правильному бегу. Как это правильно бегать? Я надеюсь, что сегодня, конечно же, мы что-то покажем на примере. Я обязательно научу вас правильному бегу. Хорошо, что мы сегодня в такой прекрасный день встретились. Ничего, что прохладно, но это идеальная погода для бега. Обычно, лучше желательно тренироваться, конечно, с утра или днем. Но если время не позволяет, наши тренировки будут проходить и в вечернее время. Давайте, наверное, я расскажу, с чего вообще начинается наша тренировка. Обычно с разминки. Это легкий бег. Можно вас попросить, Мария, пробежать несколько метров легким, обычным, как вы бегали, наверное, в детстве на физкультуре или просто во дворе? Я пробегу, и вы скажете, правильно ли я бегаю, какие-то... или все-таки есть ошибки у меня в том числе, да? Хорошо. То есть можно просто по прямой, недалеко. Да, можно немножечко пробежать и вернуться ко мне легким бегом. Хорошо, я тогда пробегусь. Хорошо, отлично. Прям 10 метров я пробежала. Да, хочу сказать, по поводу рук. Руки у нас работают всегда вдоль нашего туловища. Да, типичная ошибка, люди бегают некоторые вот так, кто-то барабанные палочки, как будто барабан привязан, здесь мы барабаним. А ручки у нас, кисти свободные. Я знаю, что бегут даже некоторые вот так. Да, есть руки и вообще не сгибают. И это больше касается детей именно, они как-то вот им... Да, потому что их никто не учил правильному бегу. Руки согнуты в локтях 90 градусов, если вам удобно, можно чуть и другой угол для себя удобно взять. Кисти у нас расслаблены, как будто бы мы воробушка держим, но мы его не зажимаем, да, чтобы он у нас не задохнулся. Но кто-то еще любит, когда чтобы воздух был. Я вообще люблю очень свободные кисти, не зажимать руки, потому что если мы зажимаем руки... Руки важны, при правильном беге? Конечно, у нас руки, они, как я всегда говорю, они нас заводят ноги. То есть как работают руки, мы можем руками почаще работать, тогда и ноги побегут быстрее. Если мы будем работать более свободно, значит, у нас и ноги побегут свободнее. А смотрим мы всегда на горизонт. Почему? Потому что если мы опускаем голову, у нас сразу уходит немножко назад таз. То есть мы проваливаемся, да? То есть мы смотрим на горизонт, руки у нас согнуты 90 градусов в локтях, кисти свободны, как будто мы держим воробушка, и работаем вдоль туловища. Что касается ног, я сейчас немножко дам некоторые упражнения. Мы ногу ставим всегда под себя, да? Как будто бы немножко падая вперед. Да, ногу. Давайте походим просто на месте, Мария, просто походим. Да, мы шагаем, мы ходим. Так как мы ходим, так мы будем бегать, потому что мы всю свою жизнь ходим. А говорят, теперь что нужно бегать на носочках. Нет, правильно? Нет, это неверно. Неверно? Почему? Тогда сразу. Потому что когда мы бежим на носочках, у нас напрягается икроножная мышца. То есть мы должны обязательно ставить ногу на пятку. У нас первая постановка. Давайте поднимем с вами ножку и расслабим стопу. Куда у нас сейчас нога опускаем потихонечку ставится? На носок. Больше не на носок ставится, а на переднюю часть стопы. Ну, не конкретно прям на носочек. Носок это будет утрированно. Не балерина, не фан. Больше на переднюю часть стопы и на внешнюю часть стопы, на переднюю. А потом мы опускаемся на пяточку. Нога ставится под себя. То есть у нас центр тяжести все-таки в тазу, да, у нас таз. Угу. Это наш такой двигатель, который нас всегда будет тащить вперед. Давайте попробуем с вами побегать. Я вам дам задание, я встану к вам спиной. Вы побежите на меня. Когда я скажу назад, вы бежите назад. Бежим на меня. Я бегу на вас, да? На меня бежим. А теперь назад. А теперь опять на меня. Да, вот тот момент, когда мы назад. Когда вы начинаете бежать на меня, обратите внимание, остановились. Вот когда мы начинаем бежать на меня, то есть мы плечи, то есть мы, после того, как мы бежим назад, мы начинаем, что делать? Вперед. Немножечко корпусом, наваливаться вперед. Но здесь важно, чтобы таз у нас не оставался сзади, чтобы мы шли вместе с тазом.
Давайте попробуем, что такое упражнение. Ко мне рядышком подходите, Мария. Вот мы как будто бы с вами падаем, да? То есть движение всегда в беге, как будто мы немножко вперед. И побежали, да? И подставляем под себя ножку и побежали. Отлично. Теперь в ту сторону. Опять стоим, ручки согнули, у нас руки работают как в беге. Воробушка, да? Да, воробушка держим. И чуть-чуть падаем и побежали. То есть вот это движение, оно обязательно должно быть, ну, то есть таз не уходить. Мы падаем, нога ставится под себя, да, таз проходит, и мы побежали. Давайте сейчас я вам дам тоже несколько упражнений на конкретно на технику бега. Ну, то есть вот это вы и отрабатываете на своих занятиях. Да, то на каждом занятии. То есть начинается все с элементарного, и вот в целом те люди, которые к вам приходят, Елена, вот, ну, как бы я понимаю, что очень можно примерно говорить о цифрах, о процентном соотношении, но все-таки в большинстве своем правильно люди бегают или нет? Вы знаете, так возникло, ну, как сказать, такой миф, что люди считают, что они умеют правильно бегать, да? Почему-то, когда мы хотим научиться правильно там танцевать, мы идем, ну, к тренеру, да, и говорим, учить нас там танцевать зумбу, ну, что такое, или что-то. Ну, что такое бегать? Вот я иду, да, иду, и просто я, бы, как бы, естественно, перехожу с шага на бег. Но делаю ли я это правильно, вот об этом, наверное, никто и даже не задумывается. Не задумывается, правильно, да. Кто-то бежит с носочка, как вы сказали, кто-то, может быть, с пяточки, кто-то бежит очень долго ставит, да, очень долго на ножке стоит. Вот, поэтому мы делаем специально беговые упражнения, чтобы человек понял, да, что надо ножку ставить под себя, чтобы быстрее ногу убирать, как правильно работать руками, как смотреть, ну, куда вообще смотреть, когда ты бежишь, не под ноги, там, или наоборот, где-то кого-то там искать. Почему мы говорим, что смотрим мы на горизонт всегда, чтобы голова была прямо, плечи расслаблены, то есть не надо бежать. К чему приведет неправильный бег? Ну, скорее всего, это приведет, конечно, к травмам. То есть человек начнет жаловаться, или это будет болеть колени, или это будет болеть спина, потому что если мы делаем, человек бежит с пятки, вы представьте себе, что если даже, ну, средний вес, вот мой 60 килограмм, при ударе на пятку мой вес увеличится в 2-3 раза. То есть каждый мой шаг я получаю ударную вот эту силу в 180 килограмм. То есть человек этого не чувствует, когда он бежит, но после того, как они прибегают, то есть начинают говорить, ой, у меня почему-то заболели колени, у меня заболела спина. Но кто-то, если держит очень руки, напрягаются плечи, то есть начинает болеть верхний плечевой пояс. То есть это, конечно, приведет к неправильным бегам, и мы приходим к тому, что если для танцев нужен тренер, то и для правильного бега тоже нужен человек-профессионал, который подскажет, поможет, направит, объяснит. Все-таки польза бега какая, Лен? Вы занимаетесь этим уже очень и очень много лет, пробежали, ну, я даже, мне кажется, не одну тысячу километров. Вокруг планеты, да? Вокруг планеты, да, готовились к марафонам и бежали просто какие-то сумасшедшие дистанции. В своем прошлом я профессиональная спортсменка, я бегала, начинала девочкой, я пришла в легкую атлетику в 12 лет, начала бегать средние дистанции, это 800 метров, 1500 метров, и потом тренер мне сказал, что все-таки я вижу у тебя... ну, бегаю еще более длинные дистанции. То есть такие уже были задатки марафонца, да? Да, когда мне сказали, что ты побежишь марафон, я говорю, Виктор Петрович, пожалуйста, не пугайте меня. Но, в принципе, слова его были пророческие. Да, я начала бегать более длинные дистанции, 10 километров, полумарафон. Я чемпионка на беге по шоссе на 10 километров. Также я бежала на чемпионате мира в Нью-Дели 2004 год. Мы командой стали третьими, бронзовые призеры чемпионата мира, российская команда. И марафон я бегала, в Дублине стала чемпионкой, да, победительницей этого марафона. В Роттердаме я была бронзовым призером. Вот, имею результат очень высокий, 2.28, что не хочется скрывать, да, то есть такого мирового уровня. Вот сейчас я, конечно, занимаюсь любительским бегом, да, больше поддерживаю свою физическую такую форму. И вы уже не можете без бега, наверное. Да, конечно, и хочу, чтобы как можно больше людей занимались бегом, потому что для бега не надо ничего. Лен, вы показали несколько упражнений, которые делаете в самом начале тренировки. Какие еще есть моменты, которые учат человека правильно бегать? Это такой комплекс специально беговых упражнений. Давайте сейчас с вами попробуем делать первое упражнение. Называется «Мячики». Руки работают как в беге. Я сейчас вам покажу, вы попробуйте за мной повторить. Хорошо. Да, мы отталкиваемся двумя ножками, делаем такое, ну, как подпрыгивание вверх, и ножки меняем. Да, начинают такие вот небольшие прыжочки наверх, одной, другой ножкой. Давайте попробуем с вами. Да, ножки поставили, одна чуть вперед, другая назад. И в воздухе мы их меняем, эти ножки.
Выталкиваемся наверх, ручки работают. Хорошо, с небольшим продвижением вперед. Хорошо, шагом назад идем. Что еще? Очень важное упражнение – захлёст голени. Да? Чтобы мы бежали в беге, у нас нога была расслабленная, потому что когда мы ножку выносим, она у нас напряжена, нам надо голень расслабить. Мы делаем, закрываем ягодички свои ладошками. Мне кажется, помнят телезрители еще из школьной программы. Да, и делаем просто захлёст голени, да? И пяточками стараемся достать до своих ладошек, чтобы у нас голень была расслаблена в беге. Хорошо. И обратно пробежались, согрелись. Приставной шаг, наверное, тоже все знают. Да, мы отталкиваемся, ручки работают вперед-назад. И мы просто отталкиваемся вперед-назад на высокой стопе. И то же самое другим боком. Ручками помогаем себе. Хорошо. Тоже для быстрого отталкивания есть такое упражнение «Буратино». Руки работают как в беге, нога прямая, и такими прямыми ножками мы себя отталкиваем. Хорошо. Упражнение другое называется детское. А почему детское? Потому что как будто бы мы убегаем, да, нас сказали, нету химии, нету математики. Мы убегаем. Это единственное упражнение, которое делается с пяточки. Оно как бы с пятки перекатом наверх. И мы отталкиваемся, да, стопой наверх. С пяточки и на стопу. И отталкиваемся. Вот скольки такие получаются? Да, ура, математику отменили. Да. Вот такие упражнения. Ну, еще есть какие-то другие комплексы упражнений, но это основные упражнения, которые даются для правильной техники бега. Спасибо, Елена. Я думаю, что мы сегодня ответили на многие вопросы наших телезрителей. Вы смотрели программу «Реальные кадры». Бегайте правильно!